А крыша-то зачем? Я нормально не спал. Они демонтируют. А, точно, вот негодяй. Я хочу дуб, чтоб вырос. Почему он не растет? Киви, ты что с Эндерменом сделал? Какой-то грустный, он как будто разочаровался в жизни вообще максимально. Подписка, колокольчик. Да, ну походу... Слушай, а может можно было поменьше сделать, не? Ой, там уже ребята подъехали, я пошел отсюда. Я такой смотрю, там такой, оба, скелет с крипером появился. Я такой, я понял, я все, сматываю удочки. Ты такой, простите, извините. Да-да-да, я тут кабинетом ошибся. Прикинь, дуб не растет, ну ладно. Вообще... Не, все, у меня земля закончилась. Ну, я еще накопал, иди, тут, ну, полтора, ну, два, считай, почти стака могу тебе дать. Блядь, их там прям кого? Крипов. А, это да. Ну, ладно, будет день, там только скрипер, повоевать придется. Я не додумался с собой факелы взять. Я с тобой тоже постыдно добываю, то все равно делаю. Так давай я тебе дам блоков, там, факелы туда-сюда. Да поздно уже факелы ставить, ладно. Ну ты так посветишь, типа, идите отсюда, ребята. Они такие, ок-ок. Здравствуйте, я тут. Они такие, о. Здорово. Так что будет утро, пойду с криперами повою. На этом маленьком клочке земли. Ну нафиг. Гастарбайтер. Да, работать. Самое жесткое, что у нас всего одно ведро. Чего у нас всего? Одно ведро. А, это да. Если мы, кстати, его профукаем, то это все рип, потому что железа-то нет. То есть, смотри, тебе нужно теперь еще снизу столько же сделать, да? Не, снизу просто большую полость. Точнее, небольшую, а небольшую полость они будут скатываться в центр и падать. То есть, ты сверху воду разольешь или что? А, ну я же скинул уже. На картинке посмотри, там вода ручьем течет в центр. А думаю, ну, а они типа что будут, как они туда в воду попадут-то? Они будут... Они же ходят, перемещаются. А, я понял. Шило в попе, да, вот этот метод, ясно. Ну, знаешь, если это так работает, тогда, знаешь, моя идея с адской фермой, она должна быть рабочей, по идее. Так, давай факела, давай это, я пошел. Сейчас, так. Ну, сколько тебе факелов надо? У меня стак целый, ну... Вот. Ну, что, 20 хватит. Ну, на, еще факелов. Он скелет, уж не горит. Так, я там ударил. Ну и что, помочь тебе? Ну, пока нет. Сейчас я там сам построю, все, что нужно. Замучу скотину. Слушай. У нас над домом какая-то коробка. В смысле, какая Слышу? Коробка? Какая-то коробка с решетками. Чаво? Какая коробка? Вот какая-то коробка. Ну, ладно, блядь, из камня коробка. Камень. Чаво? Сейчас залезу на крышу, посмотрю. А где Эндермен? В смысле? А, это то, вот это сверху то, что я вижу. Он тупой, он просто упал. Мой брат по разуму. Слушай, ну да. Что-то сверху есть. А как туда попасть? А, ну ладно. Воду вверх разлить, точно. Как я не додумался. Это бешеный эндермен снизу. Снизу это где? Чего? Помнишь, ты шел к моей водичке? Да? Нет. Ты о чем? Я не понял. Ой, выйди к тому месту, где я делаю ферму крипов. И ну, а, вижу, да. Он какой-то злой. Хотя нет, он уже флексит вообще стоит. Кажется, он вообще преисполнился. Я на него смотрю, ему пофиг. И у него глаза не светятся. Он какой-то грустный. Он как будто, знаешь, это, ну, разочаровался в жизни вообще максимально. Понимаю. Он прям, ну, прям вообще взгрустнул. И глаза у него не светятся. Это вообще законно. Киви, ты что с Эндерменом сделал? Ты знаешь, какой у него взгляд просто грустный? Он уже, ну, прям вообще потерял волю. Чего сразу я? Ну, а кто? Посмотри на бедного Эндермена. Он... Да я правда. Он прям вообще взгрустнул, короче. Да ладно. Аж глаза потухли, прикинь. Ничего, мы его еще трахнем. Так, я, короче,
Вот, ставлю, положу на кнопку мыши. Что я положу на кнопку мыши? Булыжник из Майнкрафта и пойду кофейка сделаю, пока камни добываются. Все, приду. Киви. Тебя, короче, кирка сломалась, я тебе тут новую подкидываю. А, то есть она... Ну да, я смотрю, что-то она прочная, хана. Знаешь, как я решил проблему с Эндерменом? А? Он стоит такой на дорожке, щелит, я под блок сломал, он такой... Понял вас. А как же Эндер перла? Да все будет. Ладно. Что у тебя по камням? А? Что у тебя по камням? Ой, да тут один блок всего я добыл, короче. Сейчас. Дай мне три штучки, я тоже кирку сделаю. Три штучки? Три штучки. Все как просил. Хреново из вас, математика. Твои дубы еще не выросли. Да вы че? Слушайте вы, дубы. Я понимаю, что вы деревья. Но это не делает вам вообще никаких извинений. Вы чё? Растите? Алло! Приём! Не, ну я не знаю. Ну что я не так делаю? Почему они не хотят расти? Просто нет 18. Ну чё, сделал ферму? Против, что ли? Там ещё целую тонну этих тонну булыжников. Блин, ну сколько еще примерно хотя бы? Можешь прикинуть? Ё-моё, ну там, слушай, я не знаю сколько. Я что-то так смотрю, и что-то прям вообще дофига. Да там надо, я не знаю. На самом деле немного. 40 пачек крыши. Там, фиг знает. Ну, да забыл, конечно. Она просто выглядит так угрожающе, на самом деле, опять темнеет. Чисто передвигаешься на корточках. Чисто поклонились друг другу. Да. Ладно, я понял. Теперь хоть грибы не резались. Смачно пьешь. Че, СМР? Грибы смачно пьешь. Могу микрофон выключать. Не знаю. Че, жестко? Нет. А я имею в виду с таким наслаждением. Фиёк. Я последний раз такой кофе пил растворимый, не знаю, уже ну, года полтора прошло, вот прям без шуток. Что-то захотелось растворимого прям вообще. Обычно его вообще не пью. А вот что-то захотелось. Я знаю, где мы можем достать жилье. Да ладно, где? Есть парик, оплатить как его, деревенских жителей, и там может появиться кузнец. Так. Это дело. А как мы их наплодим? Подожди. Ну, во-первых, у нас нет изумрудов. Где мы их возьмем, чтобы торговать? Ну, вот наплодим их. Кого? Жители. Ну, жители, понятно. А изумруды мы где возьмем? Есть библиотекарь, есть кузнец. Они за разную херню тебе предлагают разную херню. То есть мы можем им продать камень, например, и они нам изумруды дадут, типа, вот так? А потом купить то, что вариант. Как тебе такое, Илон Маск? О, ну все. Делаем. Я вообще думаю, сейчас самый ближний и простой способ это для начала золото, чтобы было прям горы. Как вариант. Короче, свиноферму надо сделать. Вот давай сначала твою закончим, потом свиноферму сделаем. Сколько ж нам булыжник-то надо? Ё-моё. Страшно представить. Зато ты станешь булыжным магнатом. Я хочу дуб, чтоб вырос. Почему он не растет? Зачем тебе этот дуб, господи? Я хочу. Хочу, он красивый. Я хочу, чтоб он вырос, срубить его и заменить наш дом, все блоки на дубовые, вот эти черные. Классно же будет. Наверное. Да классно. Я вот четверть почти сделал. Не очень оптимистично звучит. Если этой высоты будет мало, это будет просто габан. Ну это тебе придется, что вообще, я не знаю. А что ты мне кирку выкинул? Мне одной хватит. Есть еще? Да, у меня с собой лишь 5 штук. Теперь 6. А, да.
Высоты не хватит. Придется разламывать все и строить выше, я не знаю. А, смысл разламывать. Надо будет. Еще. А, ниже, да? Ну да. Точно. Подожди, у меня есть идея. Какая? Знаешь, что можно с мовами сделать, короче? Нет. Если они упадут, но не умрут, можно построить такой тоннель вниз, короче, да? И вот, чтобы они падали вот именно в одну точку, да, в два блока высотой. И сделать механизм, который будет поршнями придвигать туда два камня, и типа они будут задыхаться там, понял? И типа, ну... Идея хорошая, чтобы сделать поршень, нужно железо. Типа, прикинь, мобы падают, и ты их камнями давишь, и кайф, да? Ты сходил, да. А потом и оттуда такой один блок сделать, типа, разлить воду, чтобы лут вытекал такой. Ты стоишь такой и флексишь. А, подожди, там же есть еще сборщики сейчас, да? Раньше их не было. Банка. Да. Банка и сундук. Да, и можно сделать, чтобы лут прямо в сундук запихивался. Кайф. Какие-то страшные звуки. Какие? Не знаю. Похоже на паука. Оборачивайся, паука нет. Это там еще страшнее. Невидимый паук. Жесть. Блин, придумать бы что-нибудь, чтобы блоки не сгорали. Серьезно, там половина блоков сгорает. Это того становится очень печально. Да. Не, ну можно же что-то придумать. Мне кажется, можно. Это вместо лавы. Здравствуйте. Здрасте. Так, держи. Да ё-моё. Сейчас. Добрал? Нет, нормально, уже почти половина. Ты только четверть сделал? А, почти половина. Хана. Ну, типа, не знаю, там нужна рабочая сила. Это как так не рипнулся с 4 стаками. В смысле? У тебя 4 стака булыжника? Подогребнулся. А, да господи, забей. Тут все равно гораздо больше, чем 4 стака надо. Сожал потом кодку, бабку и пошел спать. Такой бутерку бесконечно. Ага. Не, ну я могу написать скрипт, который будет анализировать экран, и когда кирка сломается, он будет выбирать следующую. Может даже крафтить сам, понял, кирки. Нет. Ну, короче, я в Soulworker так делал. Помнишь, когда был ивент, типа на... Ну, который потом пофиксили. Вот, со словом брони, я там сидел, типа, трое суток писал скрипт, который анализирует экран, разбивает броню у Ксивуса, там, вообще хана, короче. Знаешь, иногда хочется вот в Soulworker залететь, создать хару, прокачать там, накрабить себе 100 миллиардов дзенаек. Просто по приколу. Не, у меня было где-то 15 миллиардов или 20. Но на том аккаунте лежит где-то около 15 миллиардов. В тот момент, когда ты не бога-юзер, а у тебя 10 миллиардов. В тот момент, когда ты покупаешь голдом. Да, за реал. Все ради аниме, блядь. Я еще, кстати, по безумно вообще дорогим расценкам его покупал. Я просто не знал про там фанпэй и все такое. Знакомых не было. Ну и все, короче. Наверное, в Soulworker сейчас очень сложно дзенайки фармить, если не покупать, да? По-любому же вообще не просто их архисложно. Ну, например, если тебе везет амплифайеры, ну, конвертеры по 30 до сих пор стоят и фармятся довольно быстро. В принципе, если привыкнуть к нынешним ценам, то нормально. Блин, знаешь, хочется иногда зайти, но я просто вот GameForge, хочется идти на Корею, а потом я понимаю, что надо аккаунт покупать, VPN покупать, я сразу вообще не хочу никуда идти, короче. Потому вот что убрали эту штуку, чтобы номер телефона репаться. Да ладно, куда убрали? Давно уже. В смысле? Еще год назад комментарии видел о том, что... Не-не-не. Короче, Киви, ситуация такая. Год назад ее убрали. Потом было свободно, а недавно ее опять поставили. Да. Я поиграл, я же за чип поиграл на Корее. Вот. У меня был аккаунт, и типа все, я туда захожу, а мне говорят, Soulworker, извините, его не существует для вас. Как и всех остальных игр. Какие-то проклятые дубы. Да вообще, блин, дубы, вы че? Алло? Ну, это вообще прикол какой-то, я не знаю, что они растут. Ты видел, что я там сделал? Если это чуваки просто запороли момент. В смысле? Ну, потом карту сделали. Ну, остальные деревья-то растут, причем очень быстро даже растут. Ну, тупо это, походу, не дерево. Ну, я не знаю, что с ним не так. Ну, что, есть там еще? Да, 3 стака. Ну, дуб, ну ты чё, блин? Алло? Спой ему песенку. Да он офигел, я ему сейчас все лепестки пообрываю.
Мне кажется, это его не особо испугает. Ладно, я сейчас его залью водичкой еще. Поближе еще воду поставлю. Не знаю, сбоку, а не сверху. Вдруг поможет. Просто молиться. Да. Молиться на полном Богу. Да. Так, ну половинка готова. Ну хана, ё-моё. Сколько ресурсов. Блин, просто хана. Ну, наверное, с чего с такой, с четырех, с такой, наверное, там прям много будет выхлопа, да? Да, потому что столько свободного пространства. Мне было просто охуевать. Побольше всего блоков уходит на то, чтобы сделать подложку. Крыша будет из плитки. Плит. Подожди. А высота стен всего два блока. А крыша-то зачем? А, стоп, чтобы вечная тьма была, да, я понял? Да, и эндермены не спавнятся. А чё, пусть спавнятся, не? Они демонтируют это всё. А, точно, вот негодяи. Демонтаторы. А фермы эндерменов не существует, да, я так понимаю, в принципе? Ну, если есть какие-то блоки, которые не могут спиздить, то существует. Ну, админиум, а.к.а. бедрок. Но ты его и не сдвинешь никак. Ну, нет. По-моему, ничего это. Это жестко, ферма из обсидиана. Я не могу представить, сколько там надо его вообще. Делаешь, короче, лавовое озеро и заливаешь его нахер водой. Ну, там сколько его бить надо, это... Ой. Не, киви, не... Не надо. Делаешь подложку, заливаешь его полностью лавой и заливаешь сверху водой. А, ну да, да, строить по-готовому, не добывать его, да. Не понял. Там элбанный кирканье. Кстати, мы же можем сделать. Ну-ка. Слушай, а это же не так трудно, да, по идее? Ладно. Так, 3/4 готово. Было бы круто научиться строить из обсидиана, я просто не могу понять пока, как это. Наверное, стены придется добывать только вручную и ставить блоки, да? Угу. Жестко. Ну, хотя бы крышу можно сделать из обсидиана. Ну что, сколько тебе надо еще блоков по ощущениям примерно? Так, 6, наверное. Подписка, колокольчик, лайк.